Хей-хей! Всем привет, с меня Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы решили вам показать, ну точнее, показывать буду я, но идею придумал не я. Ведь мы будем играть в Sword with Zeus, альфа-версия, ребята. В общем, это придумал один мой друг, его нельзя назвать подписчиком, потому что он, ну как бы подписчик, но я с ним и так знаком. В общем, дело в том, что он придумал, а почему бы не поиграть в игру, которая сделана была недавно, еще альфа-версия, еще это как бы как шутер. Также, вот сейчас просто вам рекламу еще дам и начнем уже играть. В общем, вышла новая версия Hello Neighbor, уже бета-версия вышла. И еще одна игра будет, Ravenfield, новая версия. Ребята, мы будем все это на канале все проходить, все я вам буду показывать. Также уже Mass Effect будет, еще одна часть. В общем, приятного, наверное, вам просмотра. Мы начинаем, нажимаем сначала вот эту вторую, нажмем. Вот то, что у меня поставлено, можно здесь все посмотреть. Так, мне этого хватит. Levels. Давайте пройдем сначала туториал, потому что я как бы забыл, как это все делается, и давайте туториал. Так. Spacebar. Так, окей, это я помню, это я знаю, это я уже здесь как бы так уж проходил уже. Так, меч. Это я все знаю, это я уже здесь все проходил. Так, вот это прикольная штука, которая крутится. Довольно-таки хорошо сделано. Да еще это, вроде как бы здесь света и нету, но смотрите, вот блики даже есть. И сама эта штука. То есть выглядит довольно-таки это все хорошо. И я не знаю, как вам, но мне это довольно-таки нравится. Да, потому что вот эта вот планета, вот эта вот, в общем, выглядит она круто. Итак, дальше. Открываем дверь. У нас есть здесь враги. Мы можем кинуть свое оружие. Где оно у нас? А, мы можем его бросать. Так, давайте. Так, R. Вот! Шикарно. Просто, ребят, шикарно. Кстати, мы можем перетаскивать этого, кого мы убили. И брать опять свой же меч. Смотрите. Берем. Хопа, в хедшот. Погнали дальше. Берем. И давайте еще одного убьем. Так. Так же. Опа. Это как так? Это как так было? Во, смотрите. Во. Идеально. Ну что ж, давайте. Опа. Давайте мы их порежем чуть. Охренеть, конечно, ребята. Так. Теперь мы должны разбежаться. И, в общем, мы его должны... Ой-ой-ой. Какой-то опасный. С автоматом был. Так. Здесь-то как мы будем стрелять? Так, у нас здесь есть уже оружие. Смысл? Так. Так, уже нету. Жаль, что здесь только 30 патрон дается. Да блин. Так. Очень как-то странно здесь стреляется, потому что не очень все патроны попадают куда надо. Вот, если... Блин, патронов нет. Смотрите. Стреляю. Во. Он побежит на меня? Нет. Так, и давайте возьмем какое-нибудь оружие. Давайте это. Побежим дальше. Так. Не, где мой этот? Я же был этот. То есть мы можем еще стрелять из этой фигни. Во. Смотри, как круто. То есть это мы где-то за стеной даже находимся, можно сказать. Так. Где моя эта штука? Между была она? Да. Побежали. Вперед. Так. Это я что-то забыл уже. Так. Да, это я вспомнил. Так. То есть вот так вот можно здесь бегать. Так. Погнали. Давай на прыжок. Блин. Слетел немного. Сегодня будет туториал именно. Потому что первая часть, как бы прохождение, я решил пройти только туториал. Наверное, это много времени-то не займет. Так, это кто у нас тут? Так. Побежали.
Это похоже на одну мою игру про паркур, но, в общем, вам, наверное, сейчас будет неинтересно то, что я буду рассказывать, потому что я и без веб-камеры, ну ладно. Так, пассив. Так, Q. Можем, значит, здесь выбрать. Так, значит. Так. Окей, пассив. Окей. Что мы еще можем выбрать? Пассивные. Можем выбрать вот эту вот штуку. Давайте. Ого! Как-то так-то. Ого! Это почему так происходит-то? Ну, хотя похрен. Выглядит офигенно. О, смотрите. Опа. Все. Так. Какие-то еще есть бомбочки. О, вообще идеально. Смотрите, всех повалил. И еще есть какой-то... О, вот этот вот... Какой-то... Хук какой-то. Который мы можем... Мы же можем... А, обезоружить может. Мы можем. Сейчас разберемся. Вот, мы можем к нему подлетать. Вот, смотрите. Мы берем. Так вот. Не знаю, как это работает. Ну, в общем, не знаю. Или это на маленьких расстояниях? Я не знаю. Так. Да, вот я не понимаю. Вот, что я делаю? Я не понимаю. Например, враг стоит, мы к нему берем вот так вот. Вот, если он рядом. Вот. И можем его. Нет, не можем. А, вот, я понял. Вот, например, вот наш этот. Вот. И мы можем к нему немного сюда прийти. Также мы можем оружием. Я понял, как это работает. Вот. То есть мы, например, берем, увидели, например, оружие какое-нибудь. Берем его. Вот то оружие, видите? Сейчас. Прицелюсь. Может, я что-то не так понял? Да нет, это же оружие. Это же меч. Вот, например, этот. Нет. Вот, берем. Хопа. Берем сразу меч. Давайте любой меч возьмем. Давайте еще раз попробуем вот это. У меня есть вот что. На-на-на-на-на. Смотрите, сколько я у него. Погнали. Так. Теперь нам надо как-то запрыгнуть. Так, это я запрыгнул так. Окей. Туториал. Почти прошел. Так. The end. Все. Мы прошли туториал. Надеюсь, на этом все, но это еще не конец, потому что будет еще несколько видеороликов, поэтому я сделаю специальный плейлист для этой игры. В общем, вам, наверное, понравится. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем, конечно же, ребята, пока!